Привет, друзья! Сегодня у нас очередная история из сети. Ну а прежде чем мы начнем, обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новое видео. А также оставьте свое мнение в комментариях. Ну а мы начинаем. Стоит начать с того, что мы с женой вступили в брак не так уж и давно. Мы вместе всего 2 года. Еще молодые и не состоявшиеся. Однако мы сразу поняли, что жить друг без друга не сможем. Исходя из того, что из-за довольно небольшого возраста мы не успели обеспечить себе независимое финансовое существование, денег едва хватало, нам приходилось довольно туго. Мы действительно едва сводили концы с концами, а тут еще и жена забеременела. Сразу стало понятно, что надо искать еще какой-то заработок. Моя любимая, конечно, пыталась работать до последнего, но в конце концов случилось то, что случилось. Я остался один обеспечивать растущую на глазах семью. Понятное дело, что моего заработка едва хватало на обеспечение хоть какого-то существования. Честно говоря, я больше всего не хотел, чтобы моя жена и маленький ребенок нуждались в чем-то. Я боялся мысли, что когда-то моя жена почувствует зависть к тем женщинам, которые имеют все, что им нужно, и без проблем могут купить себе различную косметику и прочие штучки, которые так важны для хорошего самочувствия прекрасного пола. Стоит отметить, что мы с супругой очень доверяем друг другу. У нас действительно отличные отношения. Однако кое в чем я ей не могу признаться. Я вынужден был говорить неправду, рассказывал, что долго задерживаюсь на основной работе, или решил встретиться с друзьями, хотя на самом деле я разгружаю фуры. Я, конечно, могу найти другую подработку, условия которой будут намного лучшими. Вот только это быстрые деньги, что хоть и даются с большим трудом, но действительно очень хорошо помогают мне обеспечить родных. Моя супруга ничего не подозревает, ведь рабочую одежду я не приношу домой. Когда она спрашивает, откуда эти деньги, то говорю ей, что дают премии и, в общем, поощряют мою хорошую работу. Может, действительно, не зря я остаюсь так допоздна, для не особо приятной работы. Видели бы вы, какой радостной становится моя жена, когда я приношу этот заработок домой. Она уже не раз говорила, что гордится мной. Я уже не слабо так измотан, честно говоря. Я просто на грани, сильно похудел, спина стала болеть чаще. Но стоит посмотреть на счастливую супругу, как у меня открывается второе дыхание, и появляются силы. Понимаю, что должен держать их под своим крылом. Моя жена не такая, как все. Она никогда не устраивала мне скандалов из-за глупостей. Всегда во всем поддерживала и никогда не давала поводов для огорчения, либо хуже злости. Мы живем душа в душу. А с появлением ребенка я ощутил невероятное желание расти как независимый человек. Больше всего я хочу, чтобы моя семья была счастлива, даже если поначалу для воплощения этого желания придется разгружать фуры. Однако я не хочу, чтобы любимая узнала о моем дополнительном заработке. Как думаете, что мне сделать, чтобы жена не догадалась? На этом я с вами прощаюсь, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт «Остроумно». Странички в Instagram и Facebook, ссылки в описании.